Всем привет! В прошлом выпуске мы собрали компьютер на 775-м сокете, материнская плата из 2005 года, 2 гигабайта оперативной памяти и так далее. Я получил огромное количество комментариев, как хвалебных, так и справочных, за что я всем благодарен вам. Это частично мне, так сказать, развязало руки. Если кто-то не до конца понимает все эти затеи и развлечения, то постараюсь прояснить более подробно и понятным языком. У меня есть множество материнских плат разных поколений. Какие-то рабочие, какие-то нет. Какие-то просто на запчасти. Мы собрали полноценный ПК из того, что было у меня дома. Не пошли в магазин за деталями или прочими компонентами. Нам и ходить-то не за что. Мы не имеем права тратить деньги на данный ПК в принципе. Даже на термопасту, как бы это абсурдно ни звучало. Хотя потом надо по приколу проверить температуру, мне аж любопытно стало. Кто-то может сказать, что это бессмысленно и не нужно, а кто-то выскажет прочую ноту недовольства. Это нормально, сколько людей, столько и мнений, переубеждать не имею права, ведь я просто снимаю, что мне самому нравится. Поэтому всегда жду ваших мнений и поддержки. Так вот, мы можем пользоваться только тем, что когда-то получили на халяву и кучу лет пылилось в шкафу да загашниках. В этой же части, мне кажется, будут более безумные действия, чем раньше. Мы узнаем, как этот ПК будет чувствовать себя в записи видео и его последующем монтаже. Попробуем выйти в Steam да посмотреть какую-нибудь игрушку. И самое главное, узнаем, как этот ПК будет чувствовать себя на Linux и сравним с Windows. Кто-то может сразу сказать, что это все будет работать ужасно, но никто, наверное, не задумывался, насколько именно это будет. Перед тем, как начать, хочу рассказать об изменениях, которые произошли с этим компьютером за больше чем месяц после выхода первой части. Во-первых, я отказался от USB-портов на передней панели. Сама по себе эта панель содержала только один рабочий USB-порт и по факту не приносила никакого толка. А какое-либо аудио вообще не работало. Да, когда есть передние выходы на USB, то проще вставить флешку без необходимости лезть под стол да угадывать его положение для вставки вслепую. А, да! Во-вторых, я перенес ПК под стол, так как мне просто удобнее и могу как-то комфортно работать за ним. В-третьих, за время эксплуатации данного ПК за кадром я понял, что встроенная звуковая карточка иногда, в рандомное время, сама по себе отваливается. Само собой, проблема, вероятно, аппаратная, так как проверялась на двух ОС Windows, и результат был одинаковый. Не переживайте, вторая ОС была на другом жестком диске. Тот самый с Windows 7 остался в полной сохранности. И со своими ошибками. В-четвертых, я поменял монитор. Даешь 16 на 10! Операционная система никаким изменениям после первой части также не подвергалась. Ну, почти. Я забыл ввести ключ, и у меня завершился пробный период. Ладно, думаю, стоит начать с простого. Записи и монтажа видео. Мы попробуем здесь три программы. HyperCam 2, Bandicam и OBS. Первая здесь чисто по приколу, ведь посмотрите, как она снимает. Всем хай! С вами Данил Кино 2003, и сегодня я хочу показать летсплей по Marvel Place. Открывает замечательную игру на Direct 3D. Вот она. Мы видим три мини-игры. Дошкольный всезнайка, где ты будешь собирать плиточки камень друг с другом. Вот, увидите, монетку забрал, жесть какая. Кстати, очень сильно хорошо развивает память. Следующая игра это... Да, я вспомню еще. А, да, производство тортиков для свадьбы. Ну, короче, видите, ну прикольно же, видите, вот, да, вообще жесть. И легендарная мини-игра под названием «Наведи анонимуса». В общем, что я могу сказать об этой игре? Игра заслужила сугубо положительные отзывы на основе 2 миллиардов 147 миллионов человек. 11 из 10, хорошая графика, прекрасный саунд-дизайн. Последней версией Bandicam для Windows 7 является 8.2.2 от 19 сентября 2025 года. Что удивительно для меня, программа по сей день поддерживает эту операционку. Неплохо. В настройках указаны параметры по 30 кадров в секунду, кодек MPEG-4, но на записи выходит в 2 раза меньше, от 11 до 15 кадров. Битрейт не падает, сильных пропусков кадров нет, вполне можно смотреть. На днях забавы ради провернул одно дело. Записал якобы полноценное видео. Вышло это как-то слегка аутентично, особенно если я подключу сторонний микрофон. Всем здравствуйте, дорогие друзья, с вами Данил Кинс 2003, и вот
пока я сегодня лазил по компьютеру, у меня появился такой маленький вопрос. Вообще, вот вы когда-нибудь задумывались над тем, что будет, а точнее, что будет, если заменить наш проводник Windows, в котором мы лазим каждый день, и даже не замечаем этого, потому что вот значки, вот панель задач. Что будет, если его заменить на калькулятор? Своего рода Windows для бухгалтеров. Ну серьезно, включаешь компьютер, а тебе сразу калькулятор уже... Не хватает еще 009 Sound System Dreamscape на фоне и поставить XP вместо семерки. Полное видео всего Сюра будет во втором канале, если кому интересно. Кто-то может подсказать незнающие. Да включи NVENC, у тебя же видеокарточка NVIDIA. Однако, не все так просто, братан. Он не поддерживается на таких карточках. Такая технология появилась чуть позже, в 2012 году. А у нас, я напомню, GeForce 9500 GT из 2008. Несмотря на то, что запись видео дается на этом ПК с некоторыми оговорками, настал момент как-нибудь записанное видео смонтировать. О каком-нибудь DaVinci Resolve здесь и речи не идет. Только 10-й Vegas и ничего более. Почему 10-й? Потому что по официальным требованиям программа не особо прихотлива. Рекомендуется 2 ГБ АЗУ для комфортной работы и процессор в 2 ГГц. Хотя что-то мне подсказывает, что нужно было взять инструменты помощнее. Обычное 10-секундное видео с надписью «Hello World» на черном фоне, переходами в начале и в конце, рендерилось почти за одну минуту. Конечно, это с основным ПК не сравнится, особенно когда он от батареи. Да и такое сравнение максимально некорректно. Вегас не был бы Вегасом, если бы он не страдал всяческого рода забавными моментами. Многие говорят, что он вылетает, а у меня это происходит редко. Но зато у меня другая проблема. Вот у нас есть Bandicam файлы. Они открываются через Windows Media и вполне себе корректно записаны. Но как я только вставляю их в 10-й Vegas, он говорит, что он не может это открыть. И все. И это все. Я ничего не могу сделать. Вообще от слова совсем. Оно пишет, что он просто не может открыть этот файл. Файл, записанный с пикселя, и подавно не откроет. Как я уже заметил по привычке, походу даже и Windows Media Player не осилит. Даже через 12-й Vegas на ThinkPad эти файлы просто не открыть. И это забавно. Ну, прогресс так-то не стоит на месте. И я бы удивился, если бы это в 10-м бы Vegas все открылось, а тут, ну... Ладно, ради такого я переконвертировал видео, и, о чудо, все встало как надо. Опять же, кодеки. Бывает. Как говорил ранее, я решил из всего этого сделать маленький видосик. И как же эта программа тупила в некоторых моментах на этом ПК. Как же ему тяжело. О. После базового монтажа начался процесс рендера. И все получилось за 37 минут. Двухминутное видео. За 37 минут. Гадать не буду. Похоже, рендеринг идет тупо на процессоре. Тут прям можно попросить вас подписаться на канал и поблагодарить за участие в вопросах. И да, если вам нравится такой формат, то поставьте лайк. Мне будет интересно услышать ваше мнение. Из честной от всего сердца просьбы и записи экрана можно плавно перейти к стримингу. Звучит абсурдно. Мне это нравится. Поляной для экспериментов послужат две платформы — Telegram и Twitch. Для тележки я возьму отдельный канал как тестовый полигон и начну там трансляцию. В настройках трансляции мне дадут ключ, который вставлю уже в программу для стриминга, коим будет OBS. Последняя его версия под Windows 10 является 27.2.4, выпущенная в марте 2022. Далее поддержка семерки была прекращена. Не по их вине, они просто перешли на Qt 6. Наверное, будет более логично взять версию пониже. Немножко. Лет так на 6. Версия 0.15.0 от июля 2016 года. А, да, как раз по приколу можно начать запись через эту программу. И получить перегрузку кодека через пару секунд. Ну, не судьба. И если так задуматься, то тестируя софт здесь, я столкнулся с мыслью, что вообще не представляю стриминг или запись без OBS. Если с записью еще можно обойтись либо встроенными решениями, либо шерексом да бандикамом, то в случае со стримингом, XSplit, который требует минимум 8 ГБ АЗУ и де-факто является платным ПО, или VMix, который
тоже платный. Бесплатность ОБС, как по мне, позволила многим людям в целом легко попробовать жанр стримов. Бери и скачивай. Что-то я немного отошел от темы. К слову, на данном ПК стримить в Telegram просто не получится. Ну вы посмотрите сами. Если кто-то ждал более адекватных результатов, то это было немного наивно. В случае с Твичом я внезапно вышел в онлайн, но сколько здесь кадров в секунду, мне просто сложно сказать. Тут уже, вероятно, надо понимать кадры в минуту. Посмотрите сами на момент от нажатия кнопки «пуск» в реальной жизни и на то, когда этот самый момент произошел в потоковом вещании. Как-то так. Буквально. О, только что пуск открылся. Весело, весело. Опоздание мощное. В этом плане ПК просто мучить не стал. Мне жалко. В комментах как-то меня просили, а почему ты хоть какую-нибудь слабую GTX не поставишь? Ну, на это есть ряд причин. Первое. У меня нет такой видеокарты в загашниках. Второе. Я нашел у себя политовскую GTS 630, но, мне кажется, карта не в лучшей форме. Вы сами понимаете. Компьютер тупо не запускается с ней. А как насчет Стима и игрушек? Те, кто смотрит мой канал, прекрасно знают мою страсть к играм. Ладно, страсть это громко сказано, на самом же деле меня просто тупо не тянет к ним. Да, такие существуют, не поверите. Список сыгранного могу буквально пересчитать по пальцам. И через Steam как раз в одну игру я когда-то сыграл. Официальный клиент давным-давно прекратил поддержку Windows 7 и писалось об этом во многих местах. На деле же установщик работает без всяких проблем. Далее следует череда получения обновлений клиенту, и вот тут ждал интересный сюрприз. Со всеми последними системными апдейтами клиент-то работает. Спустя почти 2 года после завершения поддержки семерки со стороны Steam, я могу в него войти и даже скачать игру. Только вот тестовая мною игра зависла, хотя тут уже слишком многого прошу. Одно могу сказать точно. NFS Underground, Counter-Strike 1.6 и Minecraft 1.5.2 здесь пойдут без проблем. Точно! В начале ролика я говорил про температуры. После игры процессор выдал 49 градусов, жесткий диск вообще 43, а видеокарта аж под 83 градуса. И я без понятия, есть ли там термопаста. Если ПК работает в простое, вот, допустим, полчаса им банально никто не пользуется, то там 42, 39 и 58 градусов соответственно. Зачем здесь эта информация? Пускай будет. Может, это кому-то будет полезно. Осмотрев все важные для меня аспекты в этом ПК, настал момент установить сюда Linux и сравнить его с показателями, которые были на Windows в прошлой части. Linux или же GNU Linux в первую очередь является ядром, а полноценные его вариации, которые могут подаваться как целая операционная система, называются дистрибутивами. Их невероятно много, но из самых старых дистрибутивов могу вспомнить Slackware, Debian и Arch Linux. Они, в свою очередь, послужили основой для других дистрибутивов в свое время. Какие-то из них очень отличные и дружелюбные, а какие-то не очень в плане качества и стабильности. Это все очень круто, но меня отчасти раздражает шумная часть аудитории дистрибутивов на основе Linux. То ли я один такой ворчливый на эту тему, то ли лыжи не едут. Допустим, этот комментарий. Окей, хорошо, только при чем тут это в шортс про шрифт? Также это касается и других мест. Безусловно, понимаю, что среди огромного Linux-сообщества есть вполне себе обычные пользователи. Разработчики, художники и чуть ли не 3D-скульпторы. Так вот, меня многие просили установить на данном компьютере Arch Linux или что-нибудь иное из этой ветки основы. Система для продвинутых пользователей. Очень круто. Обновление чуть ли не каждый день. Вообще красота. Однако, не хочу никого расстраивать, но мне больше нравятся Debian и Fedora. Может быть, я просто это еще не перерос. И настанет время, когда я все-таки начну использовать Arch Linux. Но пока, сегодня как-то так. Учитывая, что наш ПК не особо современный, в качестве оболочки я возьму XFCE. Она на моем 478 себя показала очень хорошо. Четко, бодро, классно. Пусть по дизайну она может быть и староватой для некоторых. Данная версия Fedora была скачана с официального сайта. Официальный Workstation базируется на GNOME, однако у них есть такой проект, как Fedora Spin. Что это такое?
Это буквально официальные альтернативные версии оригинальной Fedora, предназначенные для конкретных задач или групп пользователей. Самое главное отличие — это оболочка рабочего стола. Вместо стандартного GNOME федоровские спины используют другие, отобранные вручную — KDE, XFCE или LXQT, а вместе с этим идут и отдельные наборы приложений, поставляемые под самые востребованные нужды пользователя. Это отдельные от основной команды проекты и поддерживаются иной группой неравнодушных людей. Образ с XFCE изданием весит 2,5 гигабайта. Во время установки, к слову, нам придется попрощаться с нашей установленной Windows 7. Мы также будем проводить тесты, какие были в первой части. Просмотр контента, интернет и прочие моменты. Все системы по-своему хороши, однако имеют свои недостатки, но это никак не поможет избежать миллиарда комментариев. У Fedora XFCE почему-то нет NetInst версии образа, а только Live CD. Это очень обидно. Запустив шарманку, я столкнулся с отвратительно медленной работой системы, причем настолько, что даже программу установки толком не запустить. И почему я этому не удивлен? К слову, тоже в тему. Какой гений додумался Fedora сделать веб-установщик и вынести к чертям старый? Мне почему-то это кажется странным решением. На виртуалке это у меня вообще через одно место работает, как консольный инструмент Arch Install 4 года назад, когда я делал разметку на кучу разделов. Не знаю, как сейчас, не проверял, все время ставил вручную. Окей, можно попробовать Debian. Этот дистрибутив очень долгое время служил верой и правдой на том же 478-м, пока мне не пришлось снимать фильм про Windows 95. По сравнению с предыдущим, тут есть NetInstall версия, которая очень сильно облегчает жизнь для меня. В качестве оболочки здесь все тот же XFCE, и после мелочной кастомизации и некоторой установки желаемых меня пакетов, можно начинать Experience. Мне когда-то друзья говорили, что Linux даст твоему старому ПК вторую жизнь. Судя по серфингу интернетов и просмотру контента, разница не особо ощутима. Однако в офлайн работе система отвечала как когда. Где-то быстрее при работе с файлами и использованию файлового менеджера, а где-то медленнее. Например, LibreOffice как-то вяло появляется по сравнению с семеркой за кадром. В остальном все точно так же. Хотя процесс выключения — это просто песня. Нажал кнопку, пару секунд, и компьютер реально выключился. Не нужно ждать по сравнению с Виндой. По приколу накатил Wine и могу полноценно запускать Windows-приложение под Debian. Учитывая характерную и намеренную вероятную старость здешних пакетов ради стабильности системы в целом, на удивление у Wine здесь последняя стабильная версия — 10.0. На такой хорошей ноте мы приходим к итогам. Как вы думаете, есть ли смысл от компьютера на 775-м сокете сегодня? Как уже говорил в первой части, это зависит от целей пользователя. И если вы хотите просто хранить или работать с документами и вести прочую офлайн работу с помощью старого ПО, то это отлично подойдет. Хотите играть в старые игры образца нулевых без использования виртуальных машин? Бесподобно. 775-й с адекватно подобранной видеокартой такое хорошо вытянет. Про офлайн просмотр контента и запинаться не стоит, это потянет практически любой компьютер. Что я могу сказать насчет Linux? Является ли он спасением для этого ПК с таким дистрибутивом? Скажу честно, я не заметил какого-либо огромного прироста в плане производительности, и на мнение, Linux на старом ПК может подарить ему вторую жизнь, смотрю с некоторой долей скепсиса. Тут надо смотреть на техническое состояние всех компонентов ПК, их, так сказать, пробег и возможности. Может, с моей стороны повлиял тот жесткий диск с кучей смешных ошибок, может, память с низкой частотой. Как-то так? А что вы думаете об этом? Пишите в комментариях. На этом путешествии с 775-м я считаю практически завершенным. Я постарался рассмотреть основные аспекты работы за таким ПК и его целесообразность на сегодняшний день. Не думаю, что в последующие годы работа за ПК на таком сокете станет лучше. Если вам понравилось, то ставьте лайк и буду очень благодарен за вашу подписку. Спасибо за просмотр и поддержку канала, как подпиской, так и материально. До новых встреч, дорогие друзья, и не забывайте свои старые ПК. Я не понимаю, на улице погода отвратительная, и в итоге здесь просто темно, в 2 часа дня. Придется свет включать.